мае этого года в семью Дианы Гурцкой пришла беда. Ее муж скончался во время командировки на Кубу. Мужчину, который никогда не жаловался, на здоровье подвелось сердце. Последние дни своей жизни Петр Кучеренко плохо себя чувствовал, но по долгу службы отправился на Кубу. На обратном пути чиновнику стало плохо, выяснилось, что еще во время посадки на правительственный борт у замминистра образования разорвалась аорта. Помочь им не смогли ни экипаж, ни подоспевшие в аэропорт медики. Кучеренко было всего 46 лет, когда его не стало. Диана Гурцкая тяжело переживает уход супруга. По словам ее брата, певица каждый день проводила на кладбище все 40 дней с момента похорон. Родственнику приходится ограничивать сестру из-за суеверий. Она каждый день ездила на кладбище к Петру, единственное. Я ее не отпускал в понедельник, слышал, что есть такое поверье у нас, у православных. По понедельникам ты не можешь бывать на погосте, если у тебя дома ребенок. Здесь уже дело в кости, поэтому я сказал, не даю права это сделать. Но все остальное время в течение 40 дней она была там, говорит Роберт. Брат артистки утверждает, справляться с горем ей помогает свекровь. Мама скончавшегося Кучеренко постоянно навещает 45-летнюю исполнительницу и проводит с ней много времени. Диана старается много общаться с мамой Петра. Она бывает у нее практически через день, остается дома. Они друг друга утешают, конечно, и плачут время от времени, уточнил Роберт. Мужчина отметил, такие отношения, как у Гурцкой и Кучеренко, найти сложно. Супруг был не просто человеком, который всегда рядом. Он действительно стал для артистки поддержкой и опорой. Старался сделать жизнь возлюбленной максимально яркой. Понимаете, это был не просто муж, а человек, который на самом деле делал из нее принцессу. Он делал это даже в мелочах. Знаете, например, просто купить подарок – это одно. А когда человек приносит первые созревшие ягоды и кормит из своих рук, это не имеет цены. Петя был такой. С теплом вспоминает зять Кучеренко. Ранее Роберт говорил, что ему самому тяжело смириться с мыслью об уходе мужа Дианы. Дни проходят однообразно, без интереса, тускло и тяжело. Стараюсь быть сильнее и не показывать свое состояние Диане с Костей, пока не получается. Делился он переживаниями.